Религиозный экстремизм и терроризм – одна из актуальных проблем современности. Как мы знаем, наиболее уязвимая категория лиц, которая может попасть под влияние неконструктивных идей и течений – это молодые люди. Потому подрастающее поколение необходимо постоянно информировать и давать правильные знания и подлинную картину вещей. С этой целью в двух столичных вузах прошли встречи на эту тематику. Религиозный экстремизм. Он не имеет границ, потому рассматривается как одна из глобальных угроз современности. Осознавать ее трагические последствия, которые дают о себе знать в различных уголках мира, значит быть готовым к противодействию этому злу, говорили участники мероприятия, состоявшегося в Ташкентском государственном институте востоковедения. Приводились конкретные жизненные примеры и факты. Ведь не секрет, что разрушительные силы стараются любыми путями и способами заманить свои преступные сети, прежде всего представителей молодого поколения. Отсюда и важность глубоких знаний сути проблемы, представляющей большую опасность для каждого и общества в целом. Встречи проводятся как с преподавателями, так и с учащимися. И нацелены они на информирование о принимаемых мерах по ограждению молодежи от влияния экстремистских идей. Важными факторами в первую очередь является обеспечение толерантности и повышение благосостояния населения, усиление безопасности. Подобная встреча прошла и в Ташкентском институте проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Диалог отразил четкую позицию молодежи к негативному влиянию религиозного экстремизма и терроризма. Важное значение при этом приобретает стремление к совершенству, где каждый миг пропитан глубоким смыслом жизни, основанной на уважении и приумножении национальных ценностей, прекрасных традиций нашего народа.